этой идее отношусь отлично, всегда поддерживаю свой город в любых начинаниях и горжусь, и люблю, поэтому с удовольствием приехала, чтобы поддержать. И, конечно же, очень хочется победить в этой борьбе нелегкой. Конечно, стараюсь следить, так как у нас в регионе очень развит этот вид спорта, то когда идут какие-то соревнования, конечно, я стараюсь, но не всегда хватает времени, к сожалению. Но сейчас, надеюсь, буду делать это чаще. Ну, во-первых, биатлон и Тюмень – это два неразделимых понятия. Их нельзя разделить. А биатлон в Тюмени – это действительно очень активно развивающийся, очень любимый вид спорта. И, конечно, гостеприимство, которое в нашем городе просто выше всех похвал. Я думаю, что иностранным гостям будет очень приятно посетить наш город. Ну, основополагающую роль, естественно, играет спорт в моей жизни, так как я 13 лет занимаюсь бальными танцами и считаю, что без спорта человек не может существовать правильно, хорошо, и чтобы всегда был здоровый и позитивный настрой, обязательно должен быть ежедневный спорт. В составе Formation Веры я добилась чемпионства Европы и второе место на чемпионате мира. Это одни из самых значительных побед. И в составе команды я также выступала на Олимпиаде, на открытии Олимпиады в Сочи. Принимаю участие в европейской программе. Да. Конкретно сейчас я активно готовлюсь к международным конкурсам красоты и пока приостановила свою деятельность как спортсмена, но как только я выполню свою миссию как мисс Россия, то я снова приступлю к тренировкам, буду в составе сборной выступать на соревнованиях мирового уровня.